как протекает заболевание COVID-19 и каковы могут быть последствия заболевания? Большинство заболевших респираторным вирусом, коронавирусом, выздоравливают. Но у 15% развивается тяжелое состояние, которое требует госпитализации. Примерно 5% погибает, не выдерживает этой тяжелой инфекции. У тех, у кого развивается осложнение, прежде всего пневмония, сначала она вирусная, затем бактериально-вирусная, возникает состояние, которое называется респираторный дистресс-синдром. Это как цитокиновая буря, или как будто иммунокомпетентные клетки, которые призваны нас в норме защищать, начинают набрасываться на собственные клетки и прежде всего альвеолы легких. У человека возникает респираторный дистресс-синдром. Не хватает воздуха, он может или погибнуть, а если он поправился, то на месте погибших альвеол разрастается соединительная ткань, возникает фиброз легких. Фиброз легких – это тяжелое состояние. У человека постоянная одышка, он не может практически двигаться, он нуждается в постоянной поддержке, постоянной кислороде. Лечить таких больных нечем, только пересадка легких. Мы боимся этого осложнения.